Здравствуйте. На сегодня еще два фреймбека из стали Дамаска и PGK. Что вам сказать могу по этому поводу? По результату. Ну, все просто прекрасно, кроме самой кромки заточки. Ну, ее ширины, равномерности ее ширины, что мне, в принципе, не нравится, что меня, ну, как бы раздражает. Вот так вот это все выглядит. Этот Дамаск скован еще в 16 году, лежал с заготовкой. Новый Дамаск еще куется для таких вариантов. Но, если честно, мне вот тут маловато времени, чтобы с ними заниматься. Я кромку показываю сейчас. Вот. Потому что, ну, как бы, на это нужно очень много времени. А у меня очень много времени нет. И поэтому получается все как-то вот так вот. Не как хотелось. Вот видите, ширина кромки разная. Вот здесь она уже. Но все заточено. А нет, извиняюсь, подготовлено к заточке. Так что вариант рабочий. Ну да, закрываются они всегда, всегда идеально ровно. Всегда без проблем. Такая вот узенькая. Узенькая вот такая вот оправка. Из японского акрила. Тут комментарии, мне кажется, излишни. Видите все сами. Вот как-то так. Перед камерой неудобно, конечно, все делать. Вот так вот. Ширина у нее небольшая, то есть меньше, чем здесь. Что мне, в принципе, нравится. По-моему, вот ширина должна быть именно вот такой. Шире она как-то уже какая-то, не знаю. Но сейчас вы сами все увидите. Это раз. Вот видите, даже она так вот визуально уже даже поправит шире за счет того, что есть широкое полотно. Стали PGK. Ну вот что такое, сейчас я протру опять. Вот, после заточки просто тут маленько остается, он еще углушек не протер. Вот так вот, только что заточил. Тоже, видите, вот кромка, ну не нравится мне, она должна быть более равномерной. Хотя, с другой стороны, ой, не буду сейчас показывать стромить, у меня тут две бритвы, французская и английская. Вот там кромки-то кромки в два раза как минимум шире, и разница по ширине еще больше. Разница, но там можно. Вот так вот я ее ставил, вот в таком вот, то есть не в чистом зеркале, но практически. Очень и очень сложно обрабатывать вот этот лепесток, он просто такой пружинка, тонюсенькая пружинка, еще и на конус сведены, и поэтому вот такое вот лезвится, реальная пружина, сталь PGK, поэтому все усложняется во время обработки с насечкой. Также акрил японский тот же самый, только расцветка другая. Тут естественно все будет очень и очень ровно. Да, как я решил вопрос с фиксацией. Вот видите, здесь нет уже керновки. А решил ее просто, опять же, поговорил с русскими французами. Просто вставляется туда вот эта вот подготовленная пластинка, которые доставляют больше всего хлопот, и просто на полированной наковальне, полированным все в зеркало молоточком, простукивается, переворачивается, простукивается, все она зажимается глушняком. Еще раз повторюсь, бритвы подготовленные под заточку. Чтоб потом ко мне претензий не было, что там бритва не заточена, бритва не вреет. А да, она не заточена, она подготовлена под заточку. Он надвое волос отрубил. Вот так вот. Вот так вот она вот не заточена. Так, попадаю в видео. Не дергает ничего, просто волос касается. И все. Это вот Дамаска. И также подготовленная под заточку. Из PGK.
Тогда надо попасть в экранчик. Вот волос отвалился. Отвалился. Тоже без дергания, без ничего. Просто отпрыгивать. По-моему, даже еще веселее, чем у дамасской. Но одно могу сказать точно, что вот у бритвы из такой марки, а я такую бритву уже отправил в Краснодарский край одному человечку, так вот он заценил этот вариант. Мне, говорит, было просто очень, говорит, интересно, как она вообще работает, не работает эта PGK-сталь. Я говорю, ну почему бы ей не работать? Она просто какая-то такая туговатая при заточке, прям реально туговатая. И не более того. А в остальном очень такой плотный материал, то есть сама сталь очень такая вязкая. И заточку она хорошо, то есть в итоге он, как ему объяснил, то есть он говорит, четвертое бритье, даже не, говорит, не правлю, ради спортивного интереса. Говорит, насколько продержится. Четыре бритья она пока еще не ку-ку. Естественно, если это было бы сделано, например, вот не из PGK, а из какой-нибудь там, например, 95-й нержавейки, она бы подсела на пол бритья. Вот, при, вот максимум пол бритья. Ну а про дамаск вы все уже знаете, как бы все понимаете, что, для чего и почему. Конечно, дамаск даже и точить приятнее. Его и править как бы приятнее. Ну как приятнее? Чувствуется, когда затачиваешь дамаск, ты прям чувствуешь, как он затачивается, где снимается, что и как. Здесь вот какой-то такой вот таскаешь, раза в два, а то и в три дольше, чем дамаску, к примеру, бритву. Но зато потом такой микро-микро заусенчик просто отлетает вот раз 20 по ремню, по чистому, по шершавому, и все. Заусенца там просто уже чувствуется уже давно нет, и она уже выправилась. И не знаю, результат мне нравится. У меня, в принципе, вот таких заготовок, вот таких вот заготовок, еще навалом. Если кому-то надо, нет проблем. Я, может, даже подумаю вывесить даже на сайте. Почему? Они бы мне самому пригодились бы. Но мне просто не хватает на них времени. Я вот здесь уже все вот полирнул. Вот хвостик уже вывел. В полировочку все сделал. То есть она подготовленная уже к сборке. Здесь вот миллиметр в пазе. И поэтому, кому, если, вот, например, этот вариант интересен, то, пожалуйста, без проблем. Единственное, что вот эта вот штуковина обходится в 4000 деревянных рублей. Думайте сами. Аиси, нержавейка. Такая податливая к обработке. Мне нравится. Вот именно для Эрла это просто то, что надо. Все. Коротко, да? По-моему, ясно. А ближайшие еще какие-то работы. Я не знаю, когда еще я, может быть, сделаю. Потому что дамаска еще будет коваться. С ним очень долго. Потому что вот этот вариант я сделал именно, говорю, из той заготовки из 16-го года. А новый, он не знаю, когда еще я его сделаю. Просто не знаю. Это очень долгий такой сложный процесс. Бритвенный дамаск сделать. А потом еще из него сделать вот эти тоненькие лепесточки такие. Ну, как вот у Т-бритвы, там вот такое тоненькое лезвие, которое вот гнется в пружине. То попробуйте вот его шлифануть, сделать ему вот эту вот геометрию вот такую вот, вот эту, вывести все вот эти вот, ну, это что-то с чем-то, я вам скажу. Если честно, я даже не рад, что я взялся вот за такие варианты, именно вот по этой причине, потому что вот лезвие сделать, это то еще испытание. Но они должны быть, и поэтому я их все-таки буду изредка, но выпускать. Все. Всем спасибо за внимание, и вашему вниманию две новых бритвы Framebake. До новых встреч!